От бела лица до матери суры земли народ, земной поклон от меня прими. Я, кот Баюн, сегодня вам руну пропою. Люблю я руны Баюна, потому что в каждой есть какой-то смысл, который связывает нас с единым прекрасным миром. Хочу напомнить, что всегда в Сварге, в светлом небе чистом нашем родном, дуют ветра стрибоги, ветра стрибожичи. Всегда кружат вихори, вихри, которые с разных сторон создают новые посылы, нового смысла, потому что каждый ветер, он несет не просто силу воздуха, он несет еще силу солнца. Он обогащает этот мир тем смыслом, который идет от нашего вечного прекрасного светила, которое так и почитали, око Сварога на небе. И поэтому вот это обращение, обращение к ветру, это обращение к мудрому ветру. Помните, как в сказках? Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе. Ветер способен разогнать самое хмурое настроение наше и прояснить небо, чтобы мы радовались солнышку. Слава ветрам стрибожичам! Ветер ветрила, ярая сила, ветер ветрила, ярая сила, солнце сиянье, небо дыханье, небо дыханье, солнце сиянье. Мысль проясняешь, нас укрепляешь, нас укрепляешь, мысль ясняешь. Ветер ветрила, ярая сила, ветер ветрила, ярая сила. Слава ветру родному, слава стрибогу, слава стрибожичам, солнечную силу от неба до земли, что приносят. Благодарю вас, что прослушали меня. Буду радовать вас рунами да сказами. И рад всегда поделиться таким большим счастьем, радости жизни, что в рунах-баюнах, в песне нашей звонкой выражается. Звоните в колокольчик мне день-день-день, пишите мне письма, а я буду вам сказы сказывать, да руны баять. Всех благ!